Добрый день, уважаемые рыболовы! В этом видео мы с вами поговорим о том, как пользоваться якобы молчаливым роликом, который обозначен как MR-ролик. Идя на рыбалку, вы размещаете снасти невдалеке от источника звука. После трансляции потока информации ваши снасти становятся готовыми для успешного применения. И в дальнейшем уже не имеет значения, кем они были сделаны, главное — благодарность вам, а затем заслуга лаборатории Якова Шлепентоха лично, за что ему отдельное спасибо. Чем свежее ролик, тем эффективнее воздействие. Принцип или концепция воздействия базируется на памяти о том, что произойдет. Залог успеха – это ваше незыблемое знание. Это знание изложили лаборанты в полугодовой серии лекций. Знание у вас уже есть. Об этом заботились лаборанты и маэстро Астанов. Ловите рыбу не для потехи, а тогда, когда вам это необходимо. Когда необходимо, решаете вы. Диафильмы транслируются на канале по мере возможности подготовиться к потоку информации. Внимание, поток информации. Снасти получили зарядку, процесс окончен.